Так, всю запись поставила. Всем добрый вечер. Сегодня тема нашего вечернего открытого вебинара – это методы организации личного товарооборота. Давайте немножечко познакомимся, с кем еще не знакомы, кто днем со мной еще не познакомился на дневном вебинаре. Расскажу немножко о себе. Зовут меня Таргунова. Мне 42 года. Проживаю я в Кемеровской области, недалеко от города Белово. Я мама троих деток, три дочки у меня, муж. В прошлом я педагог дошкольного образования. Всю жизнь проработала в детском саду, работала также в детском приюте. И вот уже 2 года ровно, как я индивидуальный предприниматель. Сотрудничаю с компанией Reflame. На данный момент я нахожусь в закрытом звании директор. Сегодня я бы хотела вам рассказать, как же организовывать личный товарооборот, потому что для новичков это очень важная тема, хотя для тех, кто давно, мне кажется, это вот самый легкий, самый приятный, самая легкая и приятная часть, да, нашей деятельности – это собирать заказ. Это мое самое любимое занятие. Мне кажется, все, кто давно, все любят это делать, потому что, ну, на самом деле это не так сложно, как кажется в самом начале. Ну, немножко хотела бы вам напомнить, да, есть этический кодекс компании Reflame, который мы обязаны соблюдать. Это обязательное условие. Просто сейчас перечислю по пунктам, что один консультант может быть зарегистрирован только один раз. Повторная регистрация у нас запрещена. Регистрируем ближайших родственников. Это родители, дети, родные братья, сестры и муж и жена. Можно только в первую линию, в свою структуру. То есть не в глубину, да, как мы обычно регистрируем туда в веточку, а только под себя. Заходим под своим номером, в своем кабинете. При регистрации указываем, что мы приглашающий и прямой спонсор. Указываем свой номер, что мы являемся спонсором. Номер консультанта в компании Reflame передается по наследству. Это тоже вот относится к этическому кодексу компании. Также напоминаю всем, что нельзя массово продавать продукцию со своей скидкой 20%. То есть, если об этом узнают в компании, ваш номер просто заблокируют, и вы уже не сможете восстановиться как консультант. Это будет грубейшее нарушение кодекса компании Reflame. Имейте, пожалуйста, это в виду и никогда так не делайте. Ну, напомню также, что мы делаем для того, чтобы получать доход. Утром я, днем, вернее, я маленько подробнее об этом рассказывала. Сейчас просто напомню тем, кто вдруг не присутствовал или не слышал. Выполняем правила 3 П. Первое П – это обязательно проходим обучение. Второе П – приглашаем партнеров. Как это делать? Это вас научат на обучении. И третье – потребляем продукцию. Этому тоже обучают. То есть меняем привычный магазин на свой от компании Reflame, плюс организовываем совместные покупки. Вот как это делать, я сегодня немножечко подробнее расскажу. Ну, вообще, если честно, очень много методов организации личного товарооборота. Мне кажется, рассказать о всех, это бы мы еще полночи с вами тут сидели, я бы вам рассказывала. Расскажу только о 10, которые известны и которые мы используем, да, в своей команде. Ну вот, выполняя правила этих 3 П, мы получаем доход. В принципе, ничего сложного. Сотни тысяч людей это делают, зарабатывают. Поэтому всему можно научиться. Самое главное было бы желание и стремление. Ну вот, новички, когда приходят, да, мы иногда опытные старенькие партнеры не замечаем, да, как мы используем наши, да, термины, которые для нас кажутся привычными, новичкам иногда они непонятны. Что такое бонус-балл? Мы иногда пишем ББ, бонус-балл говорим, а человек только пришел и не совсем понимает, о чем мы вообще говорим. Ну вот, наша компания международная, и в каждой стране, да, есть своя валюта. Как бы для того, чтобы было удобнее подсчитывать заработанные деньги, стоимость продукции –
компания Reflame ввела собственную такую валюту, которая называется бонус-балл. Вот на данный момент один бонус-балл стоит примерно 40-50 рублей, то есть зависит от продукции. Какая-то продукция получается подороже в баллах, подешевле в рублях. Это, например, продукция wellness, уходовая косметика, парфюмерия. И наоборот, да, есть какая-то продукция, которая наоборот будет в баллах подешевле, а в рублях подороже. Это, допустим, аксессуары. Но когда будете делать заказ, обратите на это внимание, вы увидите эту разницу. Поэтому нет такой четкой границы, да, в стоимости балла в рублях. Очень удобно, когда привыкаешь, понимаешь, что такое бонус-балл. То есть удобно на самом деле подсчитывать и товарооборот группы в бонус-баллах, и личный товарооборот. Поэтому это очень просто научиться. Также мы употребляем такое слово LTO. Новичкам тоже непонятно, что такое LTO. LTO – это личный товарооборот. Это именно тот заказ, который мы делаем со своего личного кабинета. Это и будет личный товарооборот. Как его организовать? Новички тоже, да, часто пугаются, не понимают, как это сделать, потому что есть план по личному товарообороту. Да, все мы знаем, что это как минимум 150 бонус-баллов. И когда новичок приходит, на него обрушивается такая куча информации, и он пугается, как же это все сделать, как организовать, откуда взять этот заказ. Ну, сразу хочу сказать, чтобы не пугались новички наши, всему можно научиться. Обучения очень много разного, просто подберите тот метод организации, который будет подходить именно вам, который будет для вас комфортный, который вас будет устраивать. И все на самом деле не так сложно. Кроме этого, есть у нас в понятии такое понятие, как ГТО. Тоже мы употребляем, да, ГТО, иногда говорим, это групповой товарооборот. Как его организовывать? Вот это вот как раз мы проходим обучение. Это уже товарооборот вашей структуры. И вот товарооборот вашей структуры, да, он состоит из личных товарооборотов ваших партнеров. Складывается общий групповой. Чем больше партнеров, чем больше их заказы, тем больше групповой товарооборот. Тем больше его сумма, да, тем, значит, больше будет доход. Ну вот, как я уже говорила, да, 150 бонус-баллов – это обязательное условие. То есть, если вы разместите заказ на 149 баллов, доход компания вам не начислит. Ну, либо меньше, да. А если 150, либо более, да, у вас будет начислен доход за личный товарооборот. И плюс, если уже под вами есть команда, которая тоже делала заказы, еще и будет начислен доход за товарооборот вашей структуры. Вот здесь на картинке, не знаю, понятно, нет вам, как организовывается групповой товарооборот. То есть это сумма, да, всех наших личных заказов, всех партнеров, которые регистрированы после вас, которые находятся ниже вас по веточке. Если не будет личного товарооборота, да, то не будет и группового товарооборота, ему неоткуда будет взяться. Поэтому ну, смысла в этой работе тогда абсолютно никакого не будет. Без заказов нет смысла работать. А почему нужно научиться делать личный товарооборот именно в 150 бонус-баллов? Ну, наша цель, да, когда мы вот приходим только в компанию, когда мы регистрируемся, начинаем приглашать людей, то мы ставим себе цель, это 7500 бонус-баллов. Это групповой товарооборот, это уровень директора. При этом мы выходим на доход от 30 тысяч рублей в месяц. И вот посмотрите, сколько же нужно людей, чтобы организовать такой товарооборот. То есть, если люди будут делать заказ всего по 10 баллов, нужно будет аж 750 человек. Представляете, это сколько нужно рекрутировать, сколько народу нужно в команду. То есть это ну, неудобно, да, никому. Никому неудобно и невыгодно, и никто не хотел бы так работать. При этом доход еще никто не получит. Для того, чтобы... В смысле, если будут ваши партнеры, и вы делаете заказ на 50 бонус-баллов, то нужно 150 человек. Ну, тоже много довольно-таки. Опять же, доход никто не увидит. Если будут заказы от людей в 100 бонус-баллов, нужно 75 человек, да, и тогда получится 7500. Опять никому не выгодно, людей очень много нужно.
И вот уже, если делать заказ 150 бонус-баллов, нужно всего 50 человек в команду. При этом все люди будут получать свой доход в зависимости от уровня, да, в зависимости от своего группового товарооборота, насколько у них организовано это будет, насколько их группа собрала заказов. Все индивидуально, все рассчитывается согласно маркетинг-плану компании. Обязательно изучите его, посмотрите внимательно, чтобы вы понимали, на каком уровне какой доход начисляется. И уже самое такое выгодное, да, если люди научились организовывать 150 бонус-баллов, то продолжают развиваться в этом, да, могут научиться и организовывать и 250 бонус-баллов. Это тоже выгодно, да. При этом нужно будет всего 30 человек в команду, чтобы получился групповой товарооборот в 7500. Кроме этого, да, у нас идет программа, знаете, наверное, если делать по 250 бонус-баллов или заказа 17 каталогов подряд, то в подарок компания дарит планшет. Ну, вот кто умеет организовывать, пользуется, получает действительно этот подарок. Многие уже партнеры в нашей команде получили планшет в подарок. Самое главное, да, если вы научитесь делать 150 бонус-баллов сами, изучите эти методы организации, то, конечно же, вы сможете научить это делать другого. Придет к вам новичок, и вы спокойно ему сможете рассказать, как это вы сделали. Сложно, да, научить человека, если ты сам не умеешь организовывать, если ты сам ошибаешься, да, у тебя не получается, и чему-то учить другого. А нам же хочется дохода, да, нам хочется, чтобы у нас рос групповой товарооборот, чтобы у нас было много баллов под нами, чтобы много было активных партнеров. Ну, будет как-то нечестно, да, если ты сам не делаешь, а хочешь научить этому другому. Ваши люди просто не будут этого делать, если вы не делаете 150 бонус-баллов. Также, что немаловажно для новичков, которые только что пришли, 150 бонус-баллов позволяют зарабатывать первый доход. Пока нет совсем, да, группового товарооборота, ну нет еще команды, еще не рекрутировали, либо маленькая совсем, да, команда и ГТО такой маленький, а доходы уже хочется, ну человек может уже, да, научиться организовывать 150 либо больше баллов и уже зарабатывать. Первый, пусть небольшой доход, но тем не менее, да, уже на эти деньги можно что-то покупать в семью, при этом экономить абсолютно ни копейки не тратить из семейного бюджета, а просто на вырученных деньгах. Ну вот такая вот выгода от 150 бонус-баллов. Ну конкретно вот здесь я расписала выгоды новичка при оформлении 150 бонус-баллов. Это бесплатная регистрация, потому что выполнены, да, условия. Ну это вот в течение, если 3 дней он сделал, да, первый активационный заказ. На любую сумму, там получается не менее, да, 20, не менее чем на 1000 рублей, это примерно где-то 20-25 баллов получается, то будет бесплатная регистрация. Но за 3 каталога, да, за 3 недели каталога человек может успеть сделать 150 бонус-баллов, да, новичок. И при этом вот он получит еще следующие выгоды. Он автоматически становится участником стартовой программы, то есть проходит первый шаг. В следующем каталоге уже получит парфюмированную воду в подарок. Кроме этого, принимает однозначное участие во всех текущих акциях компании, потому что, ну, это, скорее всего, выполненные уже условия. При этом выходит на первую ступеньку лестницы успеха, это 3%. По лестнице успеха первая самая ступенька, очень важная. Ну, при этом ее можно сделать самостоятельно, да, еще без команды. И также получает свой первый доход. Это примерно 1000 рублей за организацию вот этого вот заказа. Плюс еще, если он делал совместные покупки, это будет еще разница от цены каталога 20%. Это вот что в карман. То есть 1000 рублей, да, если вот была продажа, 200 рублей себе забирает. Ну, тоже доход, да, тоже какая-то экономия. Тем более, если это можно сделать буквально за несколько дней, при этом сэкономить семейный бюджет, что-то уже в семью заказать бесплатно, да, получается. Ну, конечно, когда он приходит, начинаем ему рассказывать, появляются страхи. Страхи и проблемы. Человек пугается. Где возьму столько денег? То есть он понимает, что 150 бонус-баллов – это 6,5-7 тысяч рублей.
Откуда взять такие деньги? Ну, понятно, человек пришел зарабатывать, нет у него этих денег. Начинает паниковать, где я найду покупателей? Неужели мне придется бегать, как идиотки, с каталогами? Орифлейм, он никому не нужен, кругом Орифлейм, никто его брать не будет, никому это не интересно. Мне придется все выкупать потом на свои деньги. Мне стыдно продавать. Ну, есть такие, да, очень многие так стесняются, боятся, не понимают, зачем нужно делать личный товарооборот. Вот, пожалуйста, если среди вас есть новички, да, у которых есть похожие тараканы в голове, такие страхи и проблемы, обязательно поделитесь этим со своим спонсором, с человеком, который вас пригласил. Попросите его, чтобы он с вами побеседовал, рассказал вас, научил вас, чтобы вы не боялись, не пугались. Ну, плюс вот то, что я сегодня расскажу на этом вебинаре, может быть, будет вам полезно и развеет какие-то ваши страхи. Ну вот сейчас я бы более подробно хотела рассказать о методах организации личного товарооборота, прям по методу. Всего их будет 10, не очень много, но это те методы, которые применяются в моей команде. Прежде всего, это личное потребление. То есть мы меняем привычный магазин на свой от компании Oriflame. Это логично, это нормально, это как бы естественно, да? Могу привести такой пример, всегда привожу новичку, чтобы было понятно. Ну, то есть отходим от компании Oriflame, да, и, например, привожу такой пример. Человек стал владельцем собственного, например, молочного магазина, да? Ну, все понимают, что ему выгодно, что ему даже мысли не придет, да, и пойти купить молоко где-то у соседа, да, и сделать товарооборот где-то в соседнем магазине. Естественно, логично, что он будет покупать молоко и молочные продукты только в своем магазине. При этом он расскажет всем своим знакомым, родственникам, что у него сейчас появился молочный магазин, и он владелец, и у него там есть молоко. И чтобы они приходили к нему за покупками, а не куда-то там. Чтобы товарооборот приносили в его магазин. При этом, да, владелец знает, когда привезли молоко, какого оно качества, свежее, не свежее. То есть он уверен в том, что он покупает. Естественно, у него будет скидка, так как он владелец. Здесь то же самое. Это действительно выгодно. Первоначальная скидка у нас от 20, в дальнейшем до 70% от цены каталога. На самом деле это выгодно. Вы потом поймете, когда будут такие большие скидки, что, ну, можно любой продукт купить, как бы не переживая о его стоимости. В любом случае, да, мы покупаем продукцию где-то. Мы приходим в магазин, да, смотрим, где там повыгоднее, покупаем, уходим. Ну ладно, если нам еще кассир спасибо на кассе скажет, а так как бы и все на этом. А здесь, да, нам компания предлагает зарабатывать на этом. На том, что мы будем сами потреблять продукцию и приглашать других, рассказывать другим людям, что так можно зарабатывать, просто потребляя продукцию и пользуясь ей, мыться, пользоваться косметикой, парфюмерией и так далее, и при этом зарабатывать деньги. Ну, то есть, мне кажется, это такая уникальная возможность, обязательно нужно делиться с этим, этой идеей с другими людьми. При этом, да, мы покупаем товары первой необходимости, которые всегда нужны. Мыло, оно всегда нужно. Не зависит, да, от какого-то бюджета семьи. Любая семья, независимо, да, там, даже совсем бедная, да, семья с маленьким доходом, в любом случае покупает мыло, зубную пасту, шампунь. В любом случае люди моются. Это естественно, это продукты, товары первой необходимости. Поэтому, ну, очень удобно при этом еще и зарабатывать. Меняем свой привычный магазин, свой от компании Oriflame. Это выгодно, это логично, это нормально. Приглашаем при этом еще своих родственников, знакомых. Рассказываем о том, что у нас, да, теперь мы имеем свой магазин от компании Oriflame интернет. И у нас там можно по выгодным скидкам приобрести какую-то полезную, нужную продукцию. Ну, конечно, если вы заботитесь о своем здоровье, это прям будет здорово. Продукция Wellness, уникальная наша продукция. Кто не знаком, обязательно познакомьтесь. Она помогает нам не только сохранить и укрепить наше здоровье, но кроме этого и приносит нам большие бонус-баллы, потому что по бонус-баллам она стоит, ну, довольно-таки дорого, и получается выгодно очень заказывать витамины, допустим,
если я закажу витамины себе женские, мужу мужские и 4 упаковки для детей, так как у меня 3 детей, но старшая дочь уже подросток, ей нужно 2 упаковочки, у меня получается 100 бонус-баллов. 150 бонус-баллов уже в сумме. А я всего лишь купила витамины. То, что необходимо. В любом случае, да, мы пропиваем периодически витамины. Они нужны нам для поддержания нашего здоровья. Тем более у нас очень классные витамины. Мне они очень помогают. А все, 150 бонус-баллов сделано. При этом я позаботилась о здоровье своей семьи. Ничего такого особенного не делала. Ну, следующий еще такой метод организации личного товарооборота называется «чужими руками». Сама им пользуюсь периодически. Допустим, да, приходит человек, у которого, ну, не получается работать с каталогом, либо стесняется, либо как-то вот нет возможности, да, куда-то где-то что-то с каталогом, то мы просто ищем слов. Я таким образом просто передаю каталог на бывшие работы две, да, где мои знакомые хорошие девочки, да, просто забирают каталог, там оставляют, кто-то делает заказы, они мне потом просто скидывают. Скидку я им свою не отдаю, просто я им дарю подарки. То есть, когда есть какие-то выгодные предложения именно для консультантов, я им скидываю, рассказываю об этом. То есть, они как бы у меня так на особом учете, мои продавцы, они могут тоже заказать именно по выгодной цене, не для клиента, а как для консультанта. Кроме этого, подарки от меня получают. Ну вот здесь я предлагаю такие варианты, где можно найти таких продавцов, которые бы вам помогали собирать заказик. Например, какие-то знакомые, да, работают в крупных организациях, где много людей, и которым, ну, несложно отнести каталог и оставить его там, да, и предложить просто посмотреть там своему коллективу. Пенсионеры откликаются хорошо. Ну, пенсионеры, да, они, скорее всего, будут скидочку, да, им как бы будет выгодно, если вы им будете свой 20% отдавать. Просто это их такой вид дохода. Небольшие деньги, но тем не менее. Старшеклассникам также можно предложить. Студентам. Студенты очень хорошо как бы берутся за это дело, не стесняются. При этом, ну, родители, да, можно оповестить этих детей, подростков, молодых людей. Чем занимается ребенок, что, откуда деньги, да, что вы ему оплачиваете, отдаете скидку за заказ. Как бы и вам удобно. Бонус-баллы собираются, заказ собирается, и люди могут заработать хоть небольшие, но деньги. Ну, что важно, да, если вы планируете пригласить человека на бизнес, допустим, в дальнейшем, либо чуть попозже, когда наберетесь опыта, ну, как бы приглашать продавца его не нужно, потому что ему в дальнейшем самому нужно будет собирать заказ, как бы не загружайте его этим раньше времени. Метод паразит, ну, это так называют между собой, кто работает в социальных сетях. Неплохой метод, довольно-таки, ну, рабочий, кто пользуется, кто знает, что да, можно так работать. Находим, да, какую-то раскрученную группу в социальной сети, договариваемся с админом этой группы, то есть с ним списываемся. Ну, если он согласен на ваши условия, а он, в принципе, согласен, ему это несложно, да, выставить вашу какую-то заметку, картинку и за это получить деньги. То есть мы ему отдаем просто процент. Это как бы оплата за пользование его группой. Потому что группа обычно хорошо раскрученная, там много подписчиков, либо друзей, да, каких-то. И таким образом наша реклама продвигается в какой-то раскрученной группе. Это может быть группы по продаже одежды, аксессуаров, какие-то маникюры, парикмахеры и так далее. Ну, понятно, не конкуренты наши, которые не парфюмерия и не косметика. Что-то другое. Удобно это, вот, как говорится, для ленивых, кто не хочет заморачиваться и кто не хочет зарабатывать на разнице от продаж, потому что скидкой, да, придется делиться. Ну, как бы не очень рекомендую, да, новичкам это пользоваться, но если совсем-совсем тяжело и нет другой возможности, можно это попробовать. Вообще, конечно, новичку лучше зарабатывать на разнице вот от цены, да, и это первый доход небольшой, но это доход. Нужно мыслить как предпринимателю все-таки. Есть такой метод, называется рассылка «Друг, помоги». Ну, тоже мы между собой так называем. То есть, когда в своих мессенджерах, да, где-то там в WhatsApp, Viber, либо в социальных сетях где-то,
пишем подругам, знакомым, что собираю заказ, смотри, осталось мне совсем немножечко, прямо чуть-чуть не хватает, чтобы выполнить план. Посмотри, может быть, тебе что-то нужно. И скидываем, да, подруге самые-самые выгодные предложения. Скидку обязательно на сам электронный каталог, потому что она его посмотрит, может быть, ей совсем другое что-то нужно. Как вариант, можно сказать, что также я, допустим, участвую в акции, у нас проходит акция, собери там, кто больше, ну, закажет туши, да, или еще что-то. Вот что идет именно по самым выгодным ценам. Можно об этом писать, и люди хорошо на это откликаются. Если что-то подругам, знакомым нужно, они обязательно закажут. Тем более вы как бы акцентируете их внимание на самых выгодных предложениях. Иногда люди, да, смотрят каталог, бумажный, электронный, неважно. И просто не замечают то, что действительно выгодно. А когда вы вот отдельно картиночкой кидаете, красивой, красиво оформленной, где прям видно вот эту выгоду, да, что сейчас скидка идет в каталоге, смотри, сколько процентов. У нас там до 60% бывают скидки. Какая цена без скидки, да, обратите внимание, какая сейчас цена, посмотри же. Конечно, здесь внимание уже будет заострено, да, и человек, скорее всего, сделает заказ именно вот по этому выгодному предложению. Ну, вот так вот просите помочь, поучаствовать, и люди откликаются, заказывают. То есть я так тоже периодически делаю, скидываю. Если мне вдруг чего-то там не хватает, либо хочется в какой-то акции поучаствовать, могу так иногда скинуть. Ну, также заказы через знакомых можно, да, организовать по такому же типу. То есть вы отсылаете знакомым, также рассылочкой делаете ссылку на онлайн-каталог, картинки с выгодными приложениями. Причем не берите, да, это опять же из каталога, потому что, ну, человек иногда не видит, как бы глаз, как говорится, замыливается. Возьмите из Телеграма, у нас есть шикарные чаты, да, каналы, где есть вот эти вот красивые картинки, где, ну, вот наши партнеры оформляют вот это вот именно, показывают разницу в цене, где вот выгодно, да, описывают как-то вот этот продукт. Вот именно такие отсылайте, где будет более подробная информация. Если тем более вы знаете, что человеку нужно, что он любит. Я, допустим, уже знаю все вкусы своих подруг, кто любит какой парфюм, кто пользуется каким тональным средством. Когда идут скидки, обязательно делаю рассылку, акцентирую их внимание, и как бы всегда практически есть заказы от них. Ну вот здесь мелко, конечно, написано, что можно сказать. Например, написать подруге, да, привет, нужна твоя помощь, мне до такого-то уровня совсем не хватает немного в заказике. Предлагаю посмотреть, может быть, тебе что-то нужно, скинь мне сюда коды заказа. И обязательно уточните, успеешь посмотреть до завтра? То есть, как бы, человека нацельте, он просто может забыть, как бы, почитает, и тут же, да, какие-то дела его отвлекут, и он забыл уже о вашем предложении, о вашем сообщении. А если вы как-то его так обяжете, что ты посмотришь до завтра, потому что у меня время поджимает, он уже будет как бы более обязательный и, скорее всего, посмотрит ваше предложение. Ну, разные варианты есть. Очень много, что можно написать друзьям, как их заинтересовать, друзей, знакомых различных. Не так это все страшно. Нормально люди реагируют. Никогда не бойтесь этого. Это ваши знакомые, ваши подруги. И я думаю, ну, если бы вдруг вам написала подруга так, я думаю, навряд ли вы бы что-то там плохо про нее подумали или как-то бы там косо посмотрели. Здесь тоже ни разу мне никто никак грубо не ответил, наоборот, даже обижаются, что если я им что-то вдруг не скинула. Ну вот здесь поближе немножко примеры. Привет, как дела? У меня появилась дисконтная карта в компании Reflame. Может, посмотришь самые выгодные предложения? Ну, то есть спрашивать все равно нужно людей, готовы они, не готовы, чтобы было согласие. И либо вот так заинтересовать. Слушай, у меня сейчас есть возможность заказать там, допустим, твой любимый парфюм по обалденной скидке. Смотри всего, сколько стоит. Ну, точно, скорее всего, человек закажет. Ну, либо обратить внимание, у тебя там случайно тушь, шампунь не заканчивается. Смотри, какая классная, смотри, какие выгодные предложения, какие цены. То есть обращаем на это внимание. Если это периодически делать, люди привыкают, нормально абсолютно реагируют и заказывают спокойно, без проблем. Когда проходят распродажи, да, вот эти вот, которые нам скидывают, мы можем видеть их в нашем онлайн-кабинете, да, либо в наших рабочих чатах.
Но наши клиенты об этом, скорее всего, не знают и не ведают. Но вам нужно, да, собрать свой заказ. Вы заинтересованы в том, чтобы собрать бонус-баллы. Скиньте вы им эту картинку. Расскажите подробнее о продукции. Что это? Что за продукция? Покажите цену без скидки. Возможно, человек просто заинтересуется и захочет купить. Может быть, как раз помада нужна была, либо новый парфюм захочется попробовать. Может, давно хотела и ждала просто, вот, когда будет выгодное предложение. Еще такой есть метод, называется метод день рождения. Просто заводим себе календарь, где отмечаем все дни рождения, праздники важные, да, какие-то юбилеи разных родственников, учителей, воспитателей, тренеров там и тому подобное. То есть каких-то значимых таких людей. И вот, вот это время, да, предлагаем группы, классы, родственниками собрать какой-то хороший заказ. То есть именно подарок. Тоже много разных предложений. Там вы ориентируетесь сами, да, на вкус, на потребности вот именно человека, кому будете дарить. Ну, тут выгодно собирать большой заказ. Именно большой такой, но побольше баллов, потому что, ну, и подарок поприличнее получится, и вам, опять же, бонус баллы. При этом, да, можно даже где-то, да, выбрать что-то из какой-то распродажи, да, где-то, когда хорошие скидки. Действительно, будет выгодно всем. И не так дорого, и хороший заказ получится. И хороший подарок, самое главное, получится. Страничка-продавашка. В моей команде многие девочки пользуются. У меня тоже есть. Вот я скринчик сделала, совсем меленько тут не видно. В Одноклассниках у меня такая страничка-продавашка есть. Ну, я не скажу, что прям с нее там очень много заказов, но бывают. Иногда какие-то заказики бывают. Опять же, все зависит от того, как вы ее раскрутите, как вы будете ее вести. То есть для этого создаем страничку в любой социальной сети, где вам нравится, где вам удобнее, где вам комфортнее. Раскручиваем по своему городу. То есть приглашаем туда друзей, в друзья, жителей своего города, либо близлежащих районов, чтобы вам было удобно отдать заказ, да, куда-то далеко не нужно было бы ездить, пересылать, чтобы где-то вы могли встретиться и отдать заказ. Эта страничка вот именно только для продукции. Ничего там ни о бизнесе не пишем, никаких личных брендов там вести не нужно. Там только продукция. Ставим фотографии с описанием, выставляем какие-то заметки, в которых можем указывать какие-то рекомендации по подбору средств, какие-то бьюти-советы давать, да. Важно, нужно, ну, как бы подбирать интересный контент, то есть смотрите, чтобы это было действительно интересно, типа как бьюти-блог какой-то был, чтобы люди, ну, не просто, да, зашли как вот в каталоге, посмотрели цены, посмотрели картинки, скучно, как бы неинтересно, каталог и бумажный, да, тут где-то у него лежит рядом, да какая разница, где смотреть, бумажный еще удобнее, чем где-то в социальной сети. А если вы будете как-то интересно подавать информацию, да, те же самые продукты, что и в каталоге, но уже будете использовать какие-то другие качественные фотографии, да, без цены, но какие-то красивые, где будете давать четкое описание, да, какое-то с указанием кода продукта, цвета помад, допустим, если бывает много же, да, помад, чтобы это все было подробно описано. Дополнительную какую-то информацию о парфюме, допустим, вы выставите. Для кого она подходит, какая-то. Очень много вот именно вот этой информации можно найти на сайте, на нашем, да, в личном кабинете, либо в Телеграме, вот, либо где у вас рабочие чаты. Есть командные бьюти-чаты, где вот эти вот отзывы, обязательно ставьте отзывы. Можете личные отзывы писать, можете даже видео какое-то снять, если, ну, не стесняйтесь, готовы уже к этому. Либо девочки наши, да, с команды партнеры делятся всегда. Выкладывают, берите, пользуйтесь, это как бы специально для этого. Для того, чтобы страничку хорошо раскрутить, да, ежедневно приглашаем туда. Ну, по многу сразу не приглашайте, потому что социальные сети, да, у нас как бы не любят, когда мы там переусердствуем и активничаем, могут как-то ее забанить, либо еще что-то понемножечку, да, допустим, 2-3 раза в день понемножку людей можно добавлять. И так она вот буквально за месяц у вас может очень хорошо раскрутиться. Для продвижения и дальнейшей раскрутки можно использовать прокачку, да, то есть приглашать девочек с команды, чтобы они там какие-то, ну, якобы ваши клиенты просили заказать что-то там, либо какие-то отзывы свои оставляли где-то в комментариях, да, под продукцией. Людям это интересно будет читать, это их заинтересует, и они тоже, возможно, будут делать заказ.
Можно проводить розыгрыши, проводить какие-то лотереи именно для тех, кто будет, допустим, выполнять какие-то условия. Ну, вы видите, да, наверное, в социальных сетях сейчас очень много различных продавцов, что там только не продают, и можно у них поучиться, потому что, ну, люди как-то интересно, да, уже научились подавать вот эту информацию. Можно просто брать у них эти идеи. Ну, как бы креатив собственный, конечно, приветствуется, тоже как-то включайте свое творчество, наблюдайте, смотрите, может быть, свое что-то придет в голову. Обязательно это пробуйте. Много информации в день выкладывать не нужно, потому что просто забьете ленту, потеряется все. То есть достаточно 1-2 постика в день, этого достаточно. Даже, может быть, ну, если 2 там, раза в 2 дня, чтобы не загружать ленту, чтобы люди успевали прочитать информацию. Заведите альбом, да, выгодные предложения именно этого текущего актуального каталога. Люди все равно будут заходить, смотреть, когда вы их приглашаете, тем более друзья, допустим, в Одноклассниках, они обязательно заходят в гости, я думаю, там что-то еще смотрят. Как бы если, ну, приложить к этому вот какое-то творчество, да, выделить прям несколько минут в день, минут 20 в день достаточно, то такую страничку буквально за несколько недель можно хорошо раскрутить, и именно она будет приносить вам дополнительные заказы какие-то. Бьюти-чат. Много сейчас об этом говорим, да, и много кто завел, и очень хорошо они работают, бьюти-чаты. А что же это такое бьюти-чат? Это такая вот группа, да, куда мы приглашаем, где-то мы ее организовываем, опять же, неважно где, где вам удобнее, больше ваших знакомых, ваших друзей. То есть, либо это, если в WhatsApp вы можете организовать, в Viber, в любой социальной сети, где вам комфортно, где у вас больше знакомых. Там и заводите этот бьюти-чат. Приглашаем туда своих знакомых, подруг, знакомых-знакомых и тому подобное. Но прежде чем пригласить, да, обязательно человека спросите. Просто расскажите, что вы хотите вот завести такой бьюти-чат. Создали группу, да, где мы делимся результатами, например, до и после использования продукции Oriflame. Я тебя добавлю в такой чат. Мне просто для количества нужны люди. Ну, скорее всего, человек, да, подруга ваша, знакомая, скорее всего, согласится, в принципе, ей не трудно, да, если она побудет в какой-то группе. Ну, попросите ее, чтобы побыла она хотя бы как минимум 2 недели. И за это время, да, если она будет наблюдать все равно за этой группой, потому что, ну, в любом случае, да, у нее будут выскакивать эти оповещения, она будет все равно как-то читать, обращать на это внимание. Если ее интересует, ей будет интересно находиться в этом бьюти-чате, она, скорее всего, останется и даже в дальнейшем будет вашим клиентом. Потом можно, да, если подруги уже стали клиентками, уже хорошо у вас заказывают, можно их попросить, чтобы они также поприглашали своих уже знакомых в ваш бьюти-чат. Ну, то есть там с меня подарочек, например, да, там еще как-то поощрить можно. А что выкладываем в этом бьюти-чате? Пишем отзывы о продукции, обязательно, если есть фотографиями, результатами до и после. Очень много, да, опять же, у нас этой информации в рабочих чатах. Даем какие-то рекомендации по уходу, по визажу, по правильному питанию. То есть там смотрите уже как бы, ориентируйтесь на вашу группу, на тех людей, которых вы туда добавили, что им интереснее. Информацию, опять же, подаем красиво, выбираем качественные фотографии, ни в коем случае не из каталога. Подбираем текст, описание, чтобы это было интересно, но не очень много, чтобы не загружать людей, потому что, ну, сами знаете, да, большие тексты никто особо читать не будет и никому это не надо. Важно проводить периодически бьюти-чаты. Ну, для этой цели можно, да, добавить своих же девочек, да, своих партнеров, вышестоящих спонсоров, либо своих каких-то других менеджеров. Ну, как бы их же никто не знает, может быть, они тоже ваши клиенты, как будто бы. И вот они могут какие-то вопросы, да, наводящие задавать о каком-то, допустим, продукте, на который сейчас идет именно скидка хорошая, да, который может заинтересовать ваших знакомых. Просто позадавать вопросы, расскажите там вот об этом, либо что там в составе есть, либо вот подходит ли для такой кожи этот крем. Ну, какие-то такие наводящие вопросы, вы дадите информацию, какие-то отзывы опять же можете оставить. И можно спросить, сколько стоит, допустим, да, другие участники бьюти-чата почитают, возможно, тоже заинтересуются, им будет интересно. Это такая, ну, непринужденная такая реклама, без навязывания.
Также тут тоже хорошо работают розыгрыши, лотереи, опросы среди клиентов, которые у вас там будут находиться. Люди любят вот подарки, обожают, поэтому попробуйте, вы увидите, как вам будут все благодарны, если вы проведете какой-то розыгрыш среди своих. Особенно сейчас вот в преддверии праздников, это прям здорово. Также много информации не даем, чат не нужно загружать, не спамьте там ничего, там лишнего не нужно. Одна-две заметки в день, не очень большие, ну такие. Если WhatsApp, да, и люди как бы, ну, говорят, что забивают память, там картинки, старайтесь картинок по минимуму, да, как бы делать. Ну, личные отзывы хорошо выкладывать, да, вот, допустим, получили вы заказ, вы можете рассказать, что вы для себя заказали, прям видео снять какое-то, либо фото, отчетик какой-то сделать, что, девочки, смотрите, вот заказала помаду, смотрите, какая классная там, вот такой вот цвет, вот так вот на губах у меня, ну, мы же девочки, как говорится, мы любим это все между собой делиться, как-то рассказывать друг другу, и поэтому это, ну, всегда было интересно, я думаю, в бьюти-чатах это будет очень уместно. А также в этот бьюти-чат можно добавлять своих новичков, которые только учатся, да, они будут смотреть, как вы это делаете, как вы ведете этот бьюти-чат, как вы организовываете. Ну, опять же, для количества, и человек просто будет учиться. Ну, вот есть еще, да, такие секретные акции. Немножко уже я об этом рассказывала. То есть это можно использовать для постоянных клиентов. То есть либо вот продавцы там, которые у вас есть. Рассказываем им об акциях, которые проходят только для консультанта. То есть как бы по секрету говорим о выгодном предложении только для тебя, потому что ты вот у меня самый классный, самый постоянный клиент. Хочу тебе вот порадовать. Смотри, сейчас вот такая вот скидка идет. Ну, работаем так, конечно, не всегда, периодически, когда действительно выгодно. Ну, нужно как бы не переусердствовать. Ориентируемся на количество баллов. То есть, ну, если вы там разошлете 10 человеком, да, и они между собой общаются, ну, как-то будет не очень это хорошо выглядеть. Такие секреты. Смотрите там сами уже как бы по ситуации. Ну, вот тоже хороший такой метод. Причем я как бы всегда забываю об этом методе и вот сколько раз уже жалела, потому что частенько спрашивают, да, тем более люди привыкают, знают уже, что мы работаем в Oriflame, да, и прям иногда у меня спрашивают, у тебя каталога с собой нет? Ну, как бы бывает, что и нет. Иногда даже злюсь на себя, почему я никак себя не приучу постоянно с собой носить актуальный каталог. Неизвестно, да, где вы можете встретить своего клиента. Бывают вот такие ситуации, которые вот прям как раз кстати, да, где-то зашел разговор о чем-то, что-то человек спрашивает, да, что-то ему как раз нужно. И здесь бы вы бы ему как раз вот порекомендовали, показали как-то вот, тем более, да, если там скидка хорошая идет, вообще будет замечательно, найдете себе прям благодарного клиента. Где это может случиться, никто не знает. Это может и родительское собрание быть, и детская площадка. Где-то на маникюре, в парикмахерской, где угодно вы можете находиться, да, где могут случиться такие ситуации, когда вот действительно нужно будет показать каталог и заинтересуется, человек уже проявляет интерес, а вы ему просто показываете. Иногда продажно, да, достать каталог, начать смотреть. Ну, как бы вы же общаетесь, ваши знакомые в любом случае могут попросить посмотреть и заинтересуются, да, и тоже что-то вдруг и закажут. Ну, очень даже такое может быть. Ну и последний метод, 10-й уже, это вот сейчас он актуальный такой, ну как бы я пишу про подарки к Новому году, ну вообще к любому празднику это можно, конечно, организовывать. Выбираем несколько продуктов, то, что нам нравится, то, что бы мы хотели заказать, да, красиво как-то интересно их упаковываем. Это будут вот подарки, да, для ваших родных, близких, кому-то вы захотите подарить, какая-то для вас экономия бюджета, потому что в любом случае подарки покупать нужно будет, да, где-то их брать, для чего, да, опять же, делать товарооборот где-то в каком-то магазине, если можно сделать товарооборот себе. И также можно, да, поделиться прямо вот с подругами, смотри, как я классно придумала, оформила, да, вот так вот подарочек для своего там мужа, там брата, либо там мамы, для кого там будет готовить. Смотри, как я интересно придумала. А там у меня вот лежит вот это. Хочешь, тебе помогу что-нибудь так же оформить, да, упаковать. Смотри, ну, подруга скажет, давай, если ей понравится, да, будет интересно, скажет, давай попробуем. Вот. Опять же, повод, да, отослать подруге, да, где-то в рассылке, либо
в социальной сети отправить ссылку на электронный каталог, выгодные предложения текущие, да, то есть акцентировать ее внимание. И как бы варианты подарка у нас бывают, да, готовые прям картинки, где предлагается, да, прям на определенную сумму, какой можно подарок для кого-то собрать, там, для мужчины, для женщины, для какого-то определенного возраста или там семейные, да, какие-то подарки бывают, детские, разные, да. Вы просто эти варианты предлагаете, скорее всего, знакомые заинтересуются, тем более, если вы им поможете упаковать красиво подарочек, ну, вообще классно для них. Такая экономия и еще и упаковка в подарок. Как оформлять подарки, как упаковывать, да, что для этого нужно, вы можете найти на Ютубе, где-то в творческих группах очень большое количество всяких видео по этому поводу. Ну, вложения небольшие, да, то есть не надо там как-то сложно это что-то такое вот выдумывать, какие-то там дорогостоящие материалы брать, достаточно вот что-то простое, там какие-то ленточки, бумагу обычную упаковочную, что-то можно интересное придумать, где-то какую-то снежиночку прилепить, шишку там, либо еще что-то. Тут вот уже креатив, да, и как бы в помощь вам видео. Эти ваши затраты вам окупятся, потому что если будут делать, да, подруги заказ, да, опять же, разница в цене 20%, вам просто отобьется эти ваши затраты, подруга счастлива, вам бонус баллы. Ну, вот такой вот метод вам еще предлагаю. Что еще хотелось сказать? Смотрите, что очень важно, когда вы только начинаете, когда вы учитесь, когда еще не уверены, нет уверенности, да, боитесь, переживаете. И любые отказы могут негативно сказаться, да, на вашем настроении, на вашем состоянии. Смотрите, если ваш знакомый отказывается сделать заказ, либо посмотреть каталог, ни в коем случае не принимайте это на свой счет. Это отказ не вам. Просто, вот поймите вот это, у человека сейчас просто нет денег. Он, может быть, и хотел бы, но не может он вам об этом признаться, да, либо даже говорит в открытую, ну, сейчас нет денег, не могу. И на самом деле он в это время себе отказывает. Ему, может быть, и хочется на самом деле. Потому что у нас классная продукция, и мы на самом деле обучаем, как организовывать личный товарооборот не менее 150 баллов. То есть самое главное – выполнить план. А уже делать больше, зарабатывать на этом – это уже по вашему желанию. Как бы, если вы хотите, если у вас получается, вам нравится, ради бога, пожалуйста, вы можете заниматься вот такими вот продажами. Но как бы помните, да, что это не основная наша функция все-таки. Самое главное – выполнить план по ЛТО, а уже как бы основной наш доход, конечно, начисляется у нас от группового. То есть самое главное у нас, конечно, строить свою структуру, рекрутировать. Как бы не уходите совсем в продажи, даже если вот у вас классно получается и вы там хорошо зарабатываете. Это как хобби уже будет тогда ваше. Ну, кому как бы тяжело, сложно, да, и не доставляет удовольствия собирать заказы периодически, это как бы там для себя, как сказать, заставляете себя это делать. Ну, хочу вас обрадовать, что, ну, всегда это делать вам не придется. Со временем, да, у вас будет большая довольно-таки объемная скидка начисляться. Это где-то на уровне уже 12-15%. Максимальная скидка начисляется. И там уже собирать заказ от клиентов, это уже по вашему желанию. Вы можете, в принципе, его больше не собирать. То есть 150 бонус-баллов можно будет делать на семью. При этом оплачивать 2-2,5 тысячи рублей, ну, может быть, 3 тысячи рублей, смотря что вы будете заказывать. То есть, вот как я вам приводила пример с Wellness, да, заказала витамины себе, мужу на 21 день как раз. Ежедневное потребление, да, суточная норма. То, что необходимо организму. Это уже 100 бонус-баллов. Плюс на 50 бонус-баллов, да, можно заказать что-то там. То, что всегда нужно, шампунь, гель для душа, зубная паста, зубная щетка, что там еще всегда необходимо. Вот они уже собрались, ваши бонус-баллы. Не надо будет это всегда делать, если вам это не нравится. Просто себе вот так вот поймите, это не продажами мы здесь занимаемся. То есть это первое время, пока нет дохода от группы. И тем более нужно, да, выполнять план и как-то экономить семейный бюджет, чтобы не вкладывать свои деньги. Поэтому мы организовываем такие совместные покупки. Ну, со временем, я думаю, в любом случае, да, если вы будете упорны, как бы стараться, вы увидите, что это совершенно несложно. На самом деле это самая такая легкая, приятная часть нашей деятельности. Ну, сейчас, допустим, у меня такая скидка, что мне не нужно бы уже собирать заказы. Но по привычке, да, тем более
Мои знакомые обижаются даже, что если я вот я не скинула, не отправила каталог, там как-то не обратила их внимания, обижаются, почему ты не рассказала, у вас вот такая скидка была. Ну, то есть уже тут хочешь, не хочешь, чтобы человека не обидеть, делишься, делают заказы, ну ради бога, раз делают, я только рада. Пусть нашу продукцию любят как можно больше людей, потому что у нас на самом деле классная продукция. Ну, на этом у меня, в принципе, все, что хотела я вам сегодня рассказать. Не знаю, полезны, не полезны были мои методы организации. Может быть, они вам уже знакомы и все это вы уже слышали. Особо нового такого ничего нет. Делаем, как обычно, всегда. То есть что-то, да, появляется новое, все равно об этом говорим, рассказываем, это все равно в чатах появляется. Ну, для новичков, конечно, может быть, это было актуально. Спасибо всем большое за внимание. Была рада вас всех видеть. Может быть, какие-то вопросы у вас появились. Буду рада ответить на них.